Многие российские компании сегодня себя позиционируют исключительно как локальные игроки и даже не стремятся выйти на международные позиции. Конечно, никого за уши тянуть не надо, но все-таки стимулы для того, чтобы предприятия хотели заниматься экспортом, создавать необходимо. Нам нужно научиться зарабатывать на торговле несырьевыми товарами, причем зарабатывать столько, сколько требуется и для нашего внутреннего развития, и для решения социальных задач. Ну, иными словами, принципиально больше, чем мы можем это сделать сегодня. Есть у нас и определенные, ну, не могу назвать их там достижениями, но движение вперед, это точно именно так, но этого мало. Качественных изменений в структуре экспорта проектная работа пока у нас не дала. Должны быть эффективные инструменты, которые бы позволяли справляться с этими сложностями. По разным предприятиям должна быть разная поддержка. Одни, ну это для нас, в общем, такая неудивительная ситуация, испытывают дефицит в доступных заемных средствах или гарантиях. Другие имеют проблемы с сертификацией, третьим нужна информационная поддержка, хотя с этим сейчас все-таки попроще. И нужно со всеми, кто нуждается в такой помощи, определить четкий формат взаимодействия. Должна быть экспортная среда мирового уровня, чтобы сами предприниматели решали, как руководить своим развитием.